Спасибо, друзья, спасибо. Вы знаете, от зрителей зависит очень много. Мы же артисты. Да, отдаем все, если нам возвращать. Маленькая девочка сидит в песочнице, роет песок. Никаких игрушек нет, она просто роет песок. Веселится, радуется жизни. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Зовут Таня, 35 лет. Все. Муж прибегает домой, жене говорит: Люда, Люд, а я тебе изменил. Она говорит: Вась, а я тебе тоже. Он говорит: 1 апреля. Она говорит: 5 июля. Друзья, сейчас многие известные люди стали писать книжки, но стали писать книжки и неизвестные люди. Одним словом, пишет каждый, кому не лень, да? Я тоже не поленился, написал книжечку, здесь собраны мои актерские байки. И называется она «Проветривание в дороге». И я предлагаю вам вместе со мной совершить такое путешествие по виртуальной дороге моих воспоминаний. Ну, как говорится, вперед из песни. А в качестве песни я взял русскую народную, да, дорожную песню, и взял вот такой инструмент, знаете, чтобы легче возить. И если вы узнаете эту песню, мне будет очень приятно. Вы будете первый, кто это сделал. Ну? Однозвучно звучит колокольчик. Аплодисменты женщине. Ну, сейчас я в основном узнают колокольчик импортный, да? Да? Я взял наш колокольчик, объединил с импортным, получилась такая музыка. Спасибо. Значит, друзья, книжка у меня отличается от всех остальных книг. И знаете чем? Она очень талантливая. Если хотите, можем проверить сразу. Здесь 180 страниц, вы называете любую, и я любую историю сразу выдаю на гора. Номер страницы? 55. Ага, я понял, 55-я. Балбес. Мужчина, это я не вам, это называется так, миниатюра. «Балбес» — это упражнение в театральном институте для речевого аппарата. Я поступил в Институт театра, музыки и кино в Питере. И у нас были специальные занятия по сценической речи. И там очень важно расслабить нижнюю челюсть. Обычно у всех людей она зажата. Когда люди беседуют, иной раз на скорости не понять. Понятно, что просит денег, а сколько конкретно — непонятно, да? Мы, бывало, сядем всей группой, человек 20, в центре педагог, а у нас была такая женщина, знаете, эстетского типа, Клариса Павловна. И все разлапляем челюсть. Ай, со звуком. А ко мне приехал мой друг, который служил со мной в армии, ищет меня в театральном. Он говорит: 32-я аудитория, там кафедра речи. Он открывает дверь, говорит: Ветрова можно все? Он говорит: можно Ветрова? А преподаватель, все же без комплекса, говорит: ай, я шон шазает. Дверь закрылась, и что-то упало с той стороны. Я выхожу из аудитории, он говорит: Ген, родня-то твоя знает? Я говорю: что? Что вы прямо на занятиях пьете? Следующая страница, номер... 120, да? 120, дорогие друзья. Сколько? Мужчина, какая вам разница? Пить надо меньше. Не-не-не, это называется так. Это история так называется. Значит, друзья, когда я учился в театральном, я на эстраде учился, и мы подрабатывали уже с третьего курса, где-то там концерте, как там брякнул, там подтанцевал, денежка какая-то. А артисты драмы, они зарабатывали денежку в больших массовых сценах в драмтеатре. Ну, там с алебардой постоишь полспектакля, да? И там 5 рублей заплатили, или 3, не помню сколько тогда. И один артист пришел, значит, на спектакль, а спектакль назывался «Война 812 года». Две армии Кутузова, Наполеон сражаются постоянно, понимаешь, да? И он пришел после дня рождения, ему говорят: куда? Ты в сражении, ты же никуда не добежишь, сейчас же начнется. Он говорит: ребята, мне очень нужны эти 3 рубля. Вы меня возьмите как раненого, если что, понимаешь? Я потом вас угощу. Ну, ребята, не бросайте. Ну, его переодели, все. Ну, и сражение, все. И они его раз,
как раненого, перенесли на другую сторону. Еще раз новое сражение, они его раз, а он все пьянеет и пьянеет, и он стал баловаться, и все. Ну, они плюнули и бросили его на сцену. И он лежит на авансцене впереди, брошенный такой. А дым все, дым рассеивается, сцена разворачивается. И там генералитет заседает вместе с Кутузовым, как наказать Наполеона. Смотрят карту, какие-то слова, и вдруг такой голос. «Мужики, попить дайте!» И у всех столбняк. Откуда звук? И четкий, и Кутузов. Один глаз всего у него, и он первый заметил бойца впереди. Он говорит, а кто это у нас там лежит? И Багратион говорит, ваше представительство, дело в том, что это боец, которого сюда принесли к награде, он ранен, прям сюда к вам в ставку. Он говорит, награждать будем завтра. По полной наградим. А сейчас отнесите его в лазарет. И четыре генерала подходят, за ручки, за ножки его берут, несут. Он говорит, мужики, попить дайте. Ему говорят, напился уже. Завтра будешь отчислен из театрального. Он говорит, значит, с наградой тоже на динамит. Следующая история, ну ладно, я сам выберу, потому что она моя самая любимая, называется «Ведро на голову». Я в начале карьеры занимался музыкальной эксцентрикой, и мне надо было сделать цилиндр, из которого вылетают шарики, фонтаном бьет вода, и я поленился делать основу и каркас. Я думаю, куплю пластмассовое ведро, да, отрежу дно, туда все буду монтировать, а потом обошью красивой тряпочкой, да. Меня никто тогда не знал. Я пришел в магазин «Тысяча мелочей», гора посуды пластмассовой, ведра, 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 и я начал все ведра мерить. Вот, меряю, а моего размера нет. И смотрю, продавец стоит в такой позе. О, наших людей же ничем не удивить, понимаешь? Думает, может, где-то выпускной выпустили человека. Ну, пусть меряет, он же тихо себя ведет. Я померил, перемерил всю посуду, но нет моего размера, и уже собираюсь уходить, и хоп! Вижу на верхней полочке ведро, и внутренний голос говорит, это то, что ты ищешь. И я говорю, девушка, вы мне с верхней полочки ведрецо не достанете? Она как стояла в позе Наполеона, так и осталась. Говорит, молодой человек, если вам очень надо, я, конечно, слазю. Но у меня будет перед этим вопрос. А вам это ведрецо на выход или на каждый день? Я говорю, я имею в виду сцену, говорю, конечно, мне на выход. Она говорит, берите зелененькое, оно вас так освежает, и выходите отсюда, пока мне нервы не сдали. Я служил в армии и был на привилегированных там позициях. Ну, во-первых, я играл в ансамбле там, пел Челентано, все, да. Во-вторых, я был призван в качестве художника, рисовал все везде, ну, намучился с дембельскими альбомами, конечно. И потом я стал писать на заказ стишки. Ну, просто у меня у одного моего сослуживца невеста что-то там на него обиделась, и я говорю, отправь ей две строчки в стихах, пусть она порадуется. Он говорит, так какие? Дорогая моя Люся, как вернусь, сразу женюсь. Он отправил, и у нее настроение хорошее, и я стал на заказ писать «Отбоя не было». И тут я ухожу в отпуск, и у одного из наших старослужащих день рождения у любимой, он говорит, «А где у нас Ветров? Стишки нужны». Говорит, «А он в отпуске». «Да ладно! А кто напишет?» Говорит, «А никто не может больше. Он один писал». Он говорит, «А у кого у нас в роте еще высшее образование?» Говорит, «У Димы Столбничка». «Ко мне его, Дима, у невесты у моей, у Татьяны, день рождения, с тебя стихи». Он говорит, «Я никогда не писал». «Как не писал? А у тебя есть высшее образование?» Он, «Есть». «Ну как тебе? Ветров пишет, а ты нет. Я тебя сгноблю вообще, если ты не запишешь». Он говорит, «Все-все-все, понял. Таня, да? Татьяна, хорошо». Вечером приносит стих, рука дрожит. Он почитал этот, Вася говорит, «Ну что, приличный стих? Ну не позорный стих. Я даже подпишу, что это я, чтобы было не стыдно. Сам сочинил и отправил». Невеста присылает ответ. «Хорошо, что мы еще не поженились.
Потому что ты просто, ты, я тебя не перевариваю. Так надо мной никто не издевался. А стихи-то были классные. Я вам пишу, чего же более. Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воли меня презрению наказать. А я, друзья, вам пожелаю, чтобы жизнь у вас была отличной, веселой, радостной, яркой и музыкально гармоничной. О, Зинаида, о, моя девочка, я сгораю от любви к тебе. Ты прекрасный цветок, распустившийся на грядке моего вожделения. Ты сочный персик, созревший на плантации моей страсти. Ты нежная бабочка, запутавшаяся в паутине моего сладострастия. Что он говорит? Ой, я аппарат не включила. Вот теперь слышу. Я говорю, ты бобер, построивший хатку в запруде моей любви. Ты моль, проевшая дыру в моем пылком сердце. Прохор. Я так понимаю, тебе очень нужны деньги. Зинаида, как ты могла такое подумать, чтобы я, Прохор Шаляпин, женился на богатой старухе ради денег? Я пленен твоей красотой, моя девочка. О, как я люблю эти глаза, такие же бездонные, как твои нефтяные скважины. Как я люблю эти волосы, такие же многочисленные, как акции «Газпрома» в твоем инвестиционном портфеле. Как я люблю эти щечки, такие же круглые, как твой счет в швейцарском банке. И как я люблю этот бюст, такой же огромный, как твоя квартира на Арбате. Я так рада, что нравлюсь тебе чисто за внешность. Обычно меня любят за мои дома, квартиры и бриллианты. Какой ужас! Какие негодяи! Презренные альфонсы! Господи, у нее еще и бриллианты. Зинаида, я прошу тебя стать моим спонсором. Моей женой.
моей путеводной звездой. Я хочу разделить с тобой все твое имущество, твою жизнь, твой каждый счет и каждый вздох. Капец ты романтичный чел. Хорошо. Я выйду за тебя замуж, но при одном условии. Да-да, моя крошка, любые условия. Завтра ипотеку платить. Как ты относишься к детям? Я обожаю детей. Я их просто обожаю. Потому что если бы я не стал певцом, я бы стал нянечкой в детском саду. Я обожаю с ними петь, играть, танцевать. Я готов целовать их розовые пяточки. Это прекрасно. Сейчас я познакомлю тебя со своим сыном. Артемка! Артемка, иди сюда! Мама! Ну я уже взрослый, мне 58 лет! Там у Якубовича 100 очков на барабане! Ну что такое, ну? Он такой азартный. Да. Артемка, познакомься. Это мой новый избранник, дядя Прохор. Дядя Прохор. Да, мальчик. Дядя Прохор. Мама, можешь я буду называть его папа? Конечно, сынок. Теперь ты с ним можешь осуществить все свои несбывшиеся детские мечты. Ага. Проша, а что ты там говорил про розовые пяточки? А может быть, мы лучше во что-то поиграем, сынок? А точно! Давай поиграем, знаешь, чего? В цирк! Во, я буду кидать в тебя дротики! Нет, подожди, сынок, но мне кажется, что кидать дротики — это скучно. Давай поиграем, например, в индейцев. Точно, давай, ты будешь моим мустангом, а я буду снимать с тебя скальп. А, сынок, подожди, сынок. Мне кажется, это какая-то не очень добрая игра. Давай поиграем, например, в добрые русские сказки. Да-да-да. А давай. А, идолище поганое. Отведу силушки, богатырь. А, Кощей, я знаю, смерть твоя в яйце. Стоп! Тут и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Сынок, я придумал. Давай мы с тобой будем танцевать. А давай. Я, знаешь, люблю этот матросский танец, мам. Помнишь, яблочко, да? Особенно, когда по ногам лупит. Музыку! А, Сынок, минуточку. Сейчас мне смс-ка пришла, сейчас, одну минуту. Уважаемый клиент, если вы не внесете платеж по ипотеке сегодня до 18:00, вы подлежите выселению из квартиры. Артемка, сынок, давай, поехали. А знаешь что, Зинаида? А пошла-ка ты в баню вместе со своим Артемкой. Ничего, выплачу я сам как-нибудь эту ипотеку. На завод пойду работать. Дальневосточный гектар возьму. Картошку сажать буду. Да что угодно, только бы тебя и вот этого твоего Артемку, 58-летнего, никогда не видеть. Вот так. Прохор, у меня один вопрос. А где ты найдешь постарше и побогаче? Да. J'ai envie d'être aimé de mieux
Домино, le printemps chantonne. Вот знаете, в жизни бывают такие ситуации, когда кажется, что хуже уже ну просто быть не может. Вот черная полоса, она идет, идет, идет. Думаешь, да когда же уже белое-то начнется? И тут ты понимаешь, что это и была как раз белая полоса. И впереди тебя ждет такое, и никто уже не сможет ничего изменить. Просто вах, полстакана и станцует он лезгинку на бровях. Здравствуй, дорогой, умный, красивый, высокий, богатый. По лицу вижу, ты очень богатый, да? Здравствуйте, но я не богат. Если у тебя, уважаемый, есть в кармане несчастных 300 рублей на бутылку моего невозможно вкусного вина, ты для меня шах-падишах, султан-мултан, чудак, мудрый человек. Покупатель, давай. У меня есть и больше 300 рублей, и что? Центробанк ты мой дорогой, со своими инвестициями. Слушайте, у меня что-то нет настроения с вами общаться, извините. Куда ты пошла? Какое плохое настроение? Вот ящик хорошим настроением в бутылках, давай. Что, ваше вино поднимет мне настроение? Конечно, не только настроение поднимет. Сомневаюсь. Ну, хорошо, а это домашнее вино? Домашнее, да, очень домашнее. Я его 100 раз просил из дома выходить, не выходит. Это вино Дамасет. Этот вино делал еще мой пра-пра-пра-пра-пра. Я тебе время есть? Дед. Вот так. Австралопитек? Нет, армянопитек. Это еще древнее. Слушайте, в вашем вине вообще сколько градусов-то? Ну как, сколько? 30 градусов наберем. Что так много? Сколько на улице, столько в моем вине. Ну хорошо, это молодое вино? Конечно, молодое. Ну такие вопросы задаешь, я удивляюсь просто. Это вино младенец. Вино молокосос. Понимаешь? Такой маленький-маленький. Жаль, я больше люблю зрелое вино. Куда ты пошла? Я правильно сказал? Молодой, созревший вино. Секундочку, как это? Молодое, созревшее. Ну как это так, это так, это так, это как это так, это так, это так, так, это... Обожаю танцы. Зажиманцы. Я тебе сейчас объясню. У меня соседка, ей 74 года. Она вчера замуж вышла. Ну. То есть она созревшая, но молодая. Да она перезревшая. Это для тебя. А жениху 104 года.
она для него не распустившийся бутон. Красавица на 7-м месяце его ухаживания. Он должен был на ней жениться. Ему папа велел. Ну хорошо, а вот ваши виноградники на каком склоне растут? На южном? Конечно, мы люди южные, склоны у нас тоже южные. Географы всего мира приезжают сюда сверять свои компасы с моим виноградником. Жаль, я больше люблю вино северных склонов. Оно как-то по суше. Подожди. Склон южный, но наклонен к северу. Что ты мне голову морозишь? Как это южный наклонен к северу? Загадка природы. Слушайте, ваше вино вообще безопасно пить-то? Обижаешь. Мое вино пьют даже эти. Зеленые человечки. Инопланетяне, что ли? Хуже. Гринписовцы. Вон в роще, в той палатке живут. И что они там делают? Приехали сюда спасать реликтовый лес. Купили у меня вино. И уже второй месяц жарят на этом лесе шашлыки. Ну, хорошо. А в каких бочках у вас вино хранится? А, оказывается, у меня еще бочки есть, да? Лучшие в мире бочки. Нержавейка. Вот. У меня такие. Нержавейка? Да. Я слышал, что лучшее вино хранится в дубовых бочках. Куда опять пошла? Я правильно сказал? Древний нержавеющий дуб. То есть качество вина вы гарантируете, да? Конечно, гарантирую. Это не вино, это песня. Мое вино получило гран-при на фестивале вина во Франции. Та-ти-та-та-та-та-та-та. Ай-джан. Гран-при на фестивале вина в Испании. Вот так. Ничего себе, столько наград. Да, и это я еще не все вам сны рассказал свои. Возьму, я бутылочку. Смотри, посмотрю. Смотри, не вино, а концентрат, понимаешь? Концентрат? Да. Так его же разводить можно. А я чем занимаюсь? Человек на 80% состоит из воды и очень хорошо разводится. Что вы, простите, сказали? Я говорю, смотри, какое вино, его резать ножом можно. А по-моему, в вашем вине много мути. Какая муть? Что ты говоришь? Муть, муть. Да, действительно, муть. Муть, но благородная. Как это, муть благородная? Ну как это? Благородная, значит, не продается. Вы же сказали, 300 рублей. Это вино 300 рублей, а муть бесплатно. Бери сколько хочешь. Слушайте, у меня после вашего вина желудок-то не расстроится вообще? Желудок обрадуется. Мое вино будет тебе в желудке играть. Как-то играть. Ну как? Сейчас объясню. Представь себе, что желудок твой – это футбольное поле. Вино и закуска – это две противоборствующие команды. Играют и играют. Как игра пойдет, никто не знает. Ты, главное, ближе к туалету будь.
вдруг кто-то на замену попросится, понимаешь? Возьму-ка я лучше вот эту бутылочку. О, это хорошее вино, это очень хорошее. Это церковное вино. Кагор. А почему оно церковное, а? А потому что что с тобой будет после него, одному Богу известно. Слушайте, я вот тут пока отдыхал, с девушкой познакомился. О, понимаю. Вот скажите, могу я с помощью вашего вина подтолкнуть наши отношения, ну, как вам сказать, к кульминации? А? Ты как раз по адресу попал. Мое вино вас так подтолкнет, что вы устанете кульминировать. В смысле? В смысле, пол-литра, и она твоя. Да, но, понимаете, она тут с папой. Ну и что? 2 литра, и папа тоже твой. Вы же сказали, что вино благородное. Что? Ну, правильно, благородное. Я лично месил это вино вот своими благородными ногами. Что? Месить вино ногами? Это же не гигиенично. Что за каменный век? Ты не понял, я не разувался. Ну что такое? Что за жизнь пошла? Никто ничего не покупает. За целый день ни одну бутылку продать не могу. Кризис, мрызит, что ли? Пандемия, шмандемия. Ой. Дети надо мной смеются. Жена уважать перестала. Соседи пальцем показывают. Эй! Слушайте, а у меня... Ведь не все так плохо по сравнению с ним. Солнце, море, отпуск, друзья меня любят, с девушкой познакомился. Да у меня все прекрасно. Слушай, отец, а давай я у тебя весь ящик куплю, а? Ты что, шутишь, что ли? Не шучу, настроение хорошее. Гуляем, батя! Гуляем, сынок! Давай выпьем за здоровье моей бабушки, которая выпила моего вина. Царствие небесное. Смотри, как вино на солнце играет. Да. А, играет. По-моему, доигрался уже. Слушай, это какой-то уксус, что ли? Да за хорошего человека, батя, можно и уксус выпить. Знает человек давно, основной продукт вино. То, что нам оно дано, это дар небес. Вам не нравится оно, не поверю все равно. Если кто не пьет вино, значит его ест. Красное море, кто-то назвал хлебнув до дна. Полусухого или сухого, красного доброго вина. Белое море, кто-то назвал хлебнув до дна. Полусухого или сухого, белого доброго вина. Ну, вот это же истина, что женщина любит ушами.
Вы знаете, как приятно, когда твой любимый человек сзади подходит, вот так вот взял тебя в охапку и на ушко тебе: «Милая моя!» И ты так: «Зайка моя!» И ты так: «Пи-пи-пи-пи!» Или вот это вот, то, что каждая женщина ждет, вот это вот: «Я куплю тебе шубу!» Понимаете, мужчины, что я хочу сказать? Понимаете, вот к женщине, к ней же надо с лаской. А лучше с норкой или с шиншиллой. Да вы поймите, для женщины вот шуба, это не просто так, это не каприз, это необходимый атрибут в жизни каждой женщины. Это как лампасы для генерала. Да шуба для женщины, это все. Если она есть, женщина во главе женской пищевой цепочки. Я знаю, о чем я говорю. У меня шуба есть, у меня все в порядке. Ну, не шиншилла, конечно, не соболь. Нормальная шуба. Китайский крашеный под леопарда кролик. Ну, я ее люблю. Это же моя родная дорогая шуба. Это же... Господи, какие праздники для нее устраиваю. Совсем недавно. Ой, ну по всем правилам. Стол накрыла, скатерть, свечи, торт, шарики. Муж пришел, обалдел. Говорит: ничего себе! А я приглашен на этот праздник жизни. Я говорю: конечно, милый, да ты, можно сказать, здесь самый важный гость. Садись, садись. Давай, давай, наливай. Он говорит: за что пьем? Я говорю: ну как тебе сказать, понимаешь, любимый? Сегодня у моей шубы совершеннолетие. Я думала, он сгорит со стыда. А он говорит: да, это действительно серьезный повод. Пойду по такому случаю на кухню, приготовлю заливную рыбу. Я говорю: ты что, умеешь, что ли? Он говорит: а что тут уметь? Кусок воблы, глоток пива. Вот так мы с ней и живем. Шутками, прибаутками. Господи, я не понимаю, что девки рвутся замуж, а? Вот я не понимаю. Ну, мужики, понятно, они хотят, чтобы им стирали, убирали, готовили, это все ясно. Девки-то зачем? Что им там надо? Прям медом намазать. Она еще вырасти не успела, она уже мечтает о принце на белом коне. Ой, боже мой, девочки. Я не могу молчать. Я должна сказать правду. Понимаете, девчонки, принц – это штучный товар. Понимаете, принцев на всех не хватает. Поэтому конкуренция страшная. Чуть зазевалось – все, осталось конем. Поймите, хороших и щенками разбираю. Мне вот, например, повезло. Я практически за принца вышла замуж. И уже 20 лет живу с этим козлом. Да вы не представляете, как трудно воспитывать сына, которого для тебя родила свекровь. Например, говорю ему: Петя, пойди на кухню, посмотри, чем там кошка гремит. Он говорит: а ты ее кормила? Я говорю: нет. Ну, значит, готовить что-то. Или: ты белье повесил? Не, я его помиловал. А что ты сидишь 3 часа на диване? Что ты сидишь? А что такое? Мусор вынеси, господи, только присел. А что ты до этого делал? Что, что? Лежал. Вот она, семейная жизнь во всей ее красе. И понимаете, девочки, вот эта фраза, вот это «вынеси мусор» – это рефрен семейной жизни. А его грязные носки в разных местах – это ее проза. Вообще, мужики, они как-то вот по-особенному относятся к этим своим носкам. Они с грязными носками расстаются, как мы с девственностью. Ей-богу, мучительно. Да и вообще не обращают внимания на свой внешний вид. Ему в чем ходить все равно, что носить все равно.
Ну, в отличие от женщин. Ну, посмотрите, как женщина готовится к новому купальному сезону. Да, боже мой, она начинает готовиться еще с декабря. Она все продумает, и какие-то шлепанцы, и какие-то шапочки, какие-то очки, какие-то платьица, кремики какие-то. Она обо всем позаботится, мужик. Ногти на ногах постриг, все, готов. Но меня лично больше всего в семейной жизни убивает кухня. Это, вот, знаете, моя личная страшилка. Как я ее ненавижу, вот всеми фибрами души. Господи, ну вот правду говорят, что сколько мужика не корми, на следующий день он как будто и не ел вовсе. Я знаете, о чем мечтаю? Вот я мечтаю хоть раз прийти в магазин и купить 2 мешка по 10 килограмм корм мужской сбалансированный. Ну мы такие, мы любим мечтать. Мечтаем обо всем. В основном, конечно, мечтаем о том, чтобы в жизни встретить мужчину типа «Ух ты!» Но зачастую встречаем только типа «Ой, блин!» А знаете, девочки, почему? Я скажу. Потому что наши принцы – это наши грезы. Мы их придумываем. Понимаете? Нормальный мужик вот в жизни, он же другой. Они же проще. Поверьте, в них так много от приматов. Я вот как-то своему от полноты чувств смс отправила. Боже мой, ну сказка, ну песня, ну просто «Война и мир» на 10 страницах. И, милый, дорогой, как же я жила бы без тебя, если бы я тебя не встретил, ты мой герой, как я тебя люблю. И тра-та-та, и бу-бу-бу, и ля-ля-ля. Через минуту получила ответ. Та же фигня. Ну что говорить, конечно, вот с годами приноравливаешься. Я вот, например, уже давно своего не злю понапрасну. И он поэтому очень редко психует. А я ему, знаете, я ему подарочки дарю, он любит. Ой, недавно какой подарок подарила на день рождения. Ну просто сказочный, сказочный. Знаете, костюм подарила. 3, трусы и 2 носка. Понимаете, девочки, к чему я веду? Ну, чтобы погода в доме была, импровизируйте. Потому что от нас с вами зависит наше семейное счастье. Это же мы, женщины, мы сложно сочиненные. Мы, женщины, с предподвыподвертом. Да мы, можно сказать, скрипки. А скрипка – это очень сложный инструмент. Чтобы научиться на ней играть, это надо годы потратить. Чтобы вот уметь извлечь эту божественную мелодию. Это очень сложно. Мужики проще. Мужики – это шарманки. И чтобы играть на шарманке, надо просто знать, где расположена ручка. Девочки, поверьте, даже у шарманки есть своя неповторимая мелодия. Мужчина, не желаете ли немножко отдохнуть? В смысле? Ну, в смысле, приятно провести время. Провести время? Ну да, так сказать, разнообразить свой досуг. В смысле? Ну, в смысле, расслабиться. Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду отдохнуть. По полной.
Как это? Ну, пошалить, не по-детски. Почувствовать себя Карлсоном. В смысле? Ну, в смысле реализовать свои тайные мечты, украсить свою личную жизнь, отпустить свою страсть на волю, окунуться, так сказать, в озеро надежды, открыть для себя новые глубины счастья. Простите, что вам от меня нужно? Пойдем ко мне. Я тут рядом живу. Зачем? Зачем? Шкаф передвинуть. О! Не, я не могу. Не могу. Ну почему? Ну, мне тяжести нельзя поднимать. Врач не разрешает. Ясно. Ну, мужики, пошли, а? Никому ничего не нужно. Мужчина, мужчина, можно вас на минуточку? Одну минуту. Бедная женщина. Одинокая, видать. Красивая, а шкаф переставить некому. И мне нельзя. А так бы я с такой с удовольствием бы оторвался. Ну, в смысле, пошалил бы. Не по-детски.